Вот так сейчас выглядит временный мост через реку Лойка возле деревни Дмитровка. Сильный паводок подмыл опоры, и бетонные плиты буквально провалились. В настоящий момент проезд по мосту в сторону Весьегонска и обратно невозможен. Водители ищут пути объезда. Однако все они вынуждают делать крюк в 130 километров. Пострадали и пассажиры регулярных автобусных рейсов в Тверь-Весьегонск. Дорога сейчас занимает больше 6 часов. Перевозчик, впрочем, дополнительную плату за лишние километры не берет. Я ведь поняла так, что там где-то что-то размыло мост. Но если они идут на уступки, пускай мы даже 6 часов едем, меня даже вот как бы, а то вообще никак. Впрочем, вскоре не исключено, что никак. Перевозчик ООО «Парус» 1 августа отменил все автобусы по маршруту Тверь-Весьегонск до тех пор, пока не будут проведены работы на мосту. Но производить ремонт там пока не торопятся. Мы ожидаем, что в течение ночи, там к утру, вода спадет настолько, чтобы можно будет уже, скажем так, определить ущерб и принять какие-то меры для восстановления и самой дороги, самого моста, и организации по нему уже нормального движения транспорта. Речь идет о днях, то есть все зависит, зависит от того, как быстро спадет вода. До того момента, пока вода не спадет, ни масштабы, так сказать, бедствия нельзя понять, ни принять какие-то конкретные меры. Анастасия Зацепина, Виталий Осипов, Тверьград ТВ.